Детская поликлиника перешла на особый режим работы. При любых проявлениях заболеваний детей не стоит идти в поликлинику, а надо вызвать врача на дом. Все подробности у Татьяны Филимоновой, заведующей детской поликлиникой. Уважаемые жители, хотим сообщить вам о временном порядке организации работы детской поликлиники на период обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением заболевания COVID-19. Детская поликлиника по адресу бульвар Кузнецова, дом 6, работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8 утра до 20:00, в субботу с 8 утра до 15:00. В детской поликлинике в настоящее время прием ведут только дежурный педиатр. Остальные все педиатры находятся по обслуживанию вызовов на дом. Большая просьба, если у вашего ребенка появились признаки ОРВИ в виде насморка, температуры, кашля, если вы были в контакте с людьми, которые приехали из-за границы или заболели инфекцией COVID-19, просьба обратиться сразу в детскую поликлинику, вызвать врача на дом. В поликлинику выходить на улицу, в поликлинику, в детскую приходить не необходимо. Если для вас врач детский придет к вам на дом. Также хотим вам сообщить, что врачи-специалисты в детской поликлинике работают в прежнем режиме, по прежнему расписанию. И если вашему ребенку необходима помощь врача-специалиста, вы можете прийти на прием к этому врачу-специалисту, где вас встретят на входе в детской поликлинике. Наши медработники измерят температуру вам и вашему ребенку и сопроводят в кабинет, где принимает данный специалист. Просьба для прохождения профилактических осмотров, осмотров в школах, для оформления в садик на период карантина детей в поликлинику не приводить для осмотра профилактического. Ввиду данного обострения эпидемиологической обстановки в детской поликлинике на этот период отменены все профилактические осмотры несовершеннолетних, диспансеризация детей-инвалидов, опекаемых детей и сирот. Отменен прием здорового ребенка. Не проводятся профилактические прививки. Отменены процедуры массажа и все физиотерапевтические процедуры. Оказание стоматологической помощи требуется, если вашему ребенку неотложная и экстренная помощь со стороны врача-стоматолога. Все профосмотры, также хочу еще раз повториться, отменены на этот период. Просьба соблюдать режим изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19 и в целях снижения рисков распространения данного заболевания COVID-19 на территории Московской области. Будьте здоровы!